На сегодняшний день нами отправлен запрос в Российскую ассоциацию по водоснабжению и водоотведению, чтобы нам дали пояснение по поводу всех вот этих, так сказать, всей этой волны, которая сейчас идет в прессе. На сегодняшний день как бы это постановление должно быть утверждено, по нашим данным, в конце января 2016 года. Как только что-то будет об этом известно, мы, конечно же, начнем работать. Но сейчас мы работаем в том же режиме, в котором работали. То есть, как мы людям, если у них нет прибора учета, мы начисляем по нормативу. Если есть водомер, соответственно, начисляем по водомеру. Никаких там 3, 4, 5 раз пятикратных увеличений нормативов пока у нас не намечается.